вдохновляемся заготовками фабрики Чепард. Смотрите, сколько интересных. Вот уже тут для Нового года. Такие вот домики. Смотрите, очень интересные резные формы. Поднос даже вот такой есть, можно с заливочкой сделать. Набор резинарт. Сразу же с красителями, с формами, с инструкцией. Заготовки из массива. Так, что у нас тут еще? Вот новогодние, смотрите, интересные. Есть такой вот конечек, который можно задекорировать и сделать новогоднюю композицию. Вот, кстати, обратите внимание на заготовку филичита. Это массив, такая доска, которую можно обжечь, сделать вживление, сделать панно или разделочную доску. Если разделочную доску, тогда не забудьте приобрести еще специальный воск для обработки обратной стороны. Вот вечный календарь. И можно сверху фигурку сделать, домики поставить. Вот доски тоже под заливочку. Так, а вот здесь вот различные виды красок. Вот, кстати, зефирная, я вам уже показывала ее, она вот с такими шелковыми элементами, сейчас, шелковыми частичками, вот здесь вот их видно. Так, перемешивайте, когда будете красить ею. Различные акриловые краски, лаковые патали, тоже показывала вам, как с ними работать. И очень красивая палитра меловых красок. Так, что здесь у нас еще? Фарфор, гипс, фарфор, в общем, различные смеси сухие в разной таре. И вот, смотрите, есть паста для скульптурной живописи. Ее можно, кстати, колеровать различными красителями. Очень большой набор, выбор этих красителей есть в интернет-магазине. Очень большой ассортимент, обратите внимание. То есть на складе буквально самый минимум. И вот есть образцы, по которому можно выбрать, заказать. То есть на складе можно посмотреть вживую на это все. Так, дальше вот морилочки, воски, паталь. Чудесная вот эта вот паталь же, вам тоже я показывала серпантин. Хлопьями паталь. И вот смотрите, сколько различных восков. С восками можно работать очень-очень по-разному, поэтому обратите внимание. Дальше у нас тут морилки, восковые морилки. Вот не пробовала восковые морилки, пока не могу ничего сказать. Вот плиточек, очень большой ассортимент плиток. На сайте еще больше, конечно же. И вот смотрите, есть разные. Есть куда вот, вот такой формы, большая площадь сверху и с углублениями внутри. А есть вот такая, сейчас чуть-чуть возьму, вот такая, смотрите. То есть с имитацией контура. То есть кто не умеет ровно рисовать контуром, как я, тот может воспользоваться такими плиточками и уже заливать внутрь вот этих вот отверстий эмали. То есть вот кто хотел плиточку, может приехать, она есть в ассортименте. Сейчас смотрите, такие вот маленькие элементы. Вот еще такая же, которая контуры прописаны, и можно заливать. Такая-то что? Набор красителей, кстати. А вот листовая паталь различная. Или это трансферная? Так, сейчас. А, есть и такая, и такая. Вот есть и листовая. И здесь трансферная. Вот они как раз эмали глазури. То есть это такие полупрозрачные составы. Вот с серебрением различные краски металлики.
кого-то уже классические эмали. Энигма. Высокоглянцевая, различных оттенков. Вы, кстати, дома тоже переворачиваете свои бутылочки, чтобы перемешивалось равномерно то вверх, то вниз. Так, и вот морилки разных цветов на спиртовой основе, на растворителе, вернее. И есть образцы. Всегда можно подобрать нужный оттенок. Так, что это был обзор с фабрики Chip Art. До новых встреч!